Добрый вечер, Татьяна Давидовна. Сегодня целый день вхожу в ресурсное состояние, потому что тяжелый был сон. Вот такой интересный был сон. Значит, получила огромное ведро с ягодами, но там много было мусора. И вместо удовольствия получила недоумение. А у подруги прекрасная черешня, целое ведро. Ну, думаю, именно про во сне думаю про себя. Что же мне такая зависть-то? Зависть какая-то. Потом какие-то тяжелые, во-первых, у меня же заболели бронхи, и всю ночь, видимо, у меня были такие вот ужасные состояния. И я сегодня целый день слушала практики, первый, второй день, третий. Вот, и насыщалась энергией молодости. И результат налицо. Короче, бронхи стали меньше болеть, и голова перестала болеть вообще. Вот такие результаты. Благодарю.